Редечкин оставил. В итоге из-под кольца здорово сбивает Лыткин Антон. В растепе здорово и очень красиво было. Вот Никиты. Редечкин и Смагин один остается. Три. Бэнк туда Смагина. И Смагин молодец. В каждой игре прям прибавляет. Видно по Иванову. Ну вот Тараскин, молодец. Ему надо почаще это делать. Второй забивает, немного разницу подсократил до двух. Пен, он хороший, то есть под кольца, но и сейчас тоже не упускает возможность. Забивает два, плюс 4 для Monsters. Но счет очень нерезультативный, конечно. Коблов. Здорово. Лыткин 3 со степбэка. Туда. Хороший бросочек у Лыткина. Пытался там выбросить, но и зато Лазарев на подборе доигрывает. Разницу до 3 сокращает. Тараскин, ой-ой-ой, Тараскин, не задумываясь, даль не бьет. Вот это да, Тараскин 9 очков, 2 подбора и 1 блокшот. Хорош. Реальга, хороший проходик от Гарсии. Забивает Денис. Только разница увеличивается, счетчик плюс 10. Ой, как разыграли-то в две передачки, здорово. Сбивает Тараскин, благодарит там Рыкова за эту шикарную скидку. 13 очков у него сегодня, 3 подбора. Здорово. Сбивает Андрей и разница подсокращает немного. Лазарев забивает 2 и еще разница сокращается, тем не менее, до 7 очков уже. Забивает первый с очков. Ой, тоже реализует, плюс 9. Меньше 4 минут до конца, первой половины. Редечкин, здорово. Один Редечкин в атаке взаимодействует. В этой четверти, по-моему, у него 4 подбора еще. Забивает Лыткин. Уже Лыткин. Кольцар, там здорово на добивании. Лазарев взаимодействует. 6 очков, 7 подборов и 1 с очков. Хорошая передача какая на Рыкова. Шикарная скидка от Сучкова. Рыков первые очки для себя заносит. Со средней точно. А тут Сучков клепает вот эти передачи. И это не исключение. Плюс 13 уже разница. Хорошо. Лыткин 3. Туда. Забивает Лыткин. 14 очков и 1 подбор. Лыткин вместе с Тарасом за первую половину. Редечкин. Здорово. Редечкин прям не боится лезть под кольцо. И, по-моему, если не ошибаюсь, вот в этой четверти. Забивает Лыткин. Ну и Тараскин уже завершает ее. Здорово. Монстерс в нападении в итоге. Тараскин. Здорово. Забивает два. Убегает в атаку Лыткин со спин-мува. Прокрутился как дела просто. Дайте зарядку для телефона, ребят.
Здорово. Сычков забивает. 4 очка, 4 подбора, 1 и 4 ассиста. Тараскин 3. Тараскин, трешечка. 20 очков плюс 7 подборов и 1 блокшот. Лазарев. Хорошая передача на Редичкина. Пропустили там Андрея, но и не упустил шанс. Тараскин, вторая подряд. Оу, Тараскин. Убийца. Убийца. Да. Какая-то перестрелка трехочковых у нас началась, но со стороны просто расстреливают. Вонтерс. Нет, мяч. И тут Денис один остается. Надо просто забивать и забивает. Андреалис Гарсия. Плюс 33 уже, да? Что-то... Торонто. Редичкин. Здорово. Хорош сегодня Редичкин. Сколько очков набрал? 12 плюс 6 плюс 3. Хорошая статистика. Скидка на Гарсию. Рыка. Забивает. Да, ребята, игра какая-то более-менее. Тут трешечку свою забивает и... Забивает первый. Вот на сегодня 19 очков, 6 подборов. Вот на сегодня 19 очков, 6 подборов и 2 перехвата. Второй тоже реализует. Точно, Тараскин. И Лыткин. Легкие очки из-под кольца. Смагин чем ответит? Смагин. Смагин чем ответит? Смагин-то проход, здорово. 32. Плюс 32. Трёха. И тут же Лыткин. Редичкин. Хорошая скидочка и Лыткин. К сожалению, не сверху, но... Атаку. Дальше. Тараскин с дальней. Тараскин. Видимо, Тараскин сегодня. 28 плюс 20. Тут же отвечает Леха Смагин. Тараскин делает потерю. Убирает. Редичкин. Хороший бросок из-под кольца от него. 14 очков, 6 подборов и 3 ассиста. Денис, не меняй его. Не меняй, не меняй его. Не меняй его. Баганов 3. Оу, Леха от Владимира. Вот это игра. Остается Цыганов. Забивает праздник кольца и уже праздница. Второй забивает. Забивает Лазарев. Забивает первый. Второй тоже забил. А вот сейчас 6 подборов. Разгоняем. Показываю. Это показик был Владимира. И подряд эти очки забивает. 8. У него 3 перехвата. 2 очка. 1 подбор и 1 перехват. Первые очки, кстати, для ума.